А я прям себя превосхожу. Дотерпел до целого третьего выпуска про миксологию. Я вам скажу, что для меня это очень-очень большой результат. И все, конечно же, ради тебя и благодаря тебе. Потому что ты это смотришь, тебе это нравится, и я должен тебя радовать и насыщать тебя контентом. Это у нас третий микс. И сегодня мы смешаем северный с дафтамалын. Довольно-таки бюджетно, плюс все эти три вкуса можно курить как соло, кроме, конечно, борзого эвкалипта, но, поверь, я знаю людей, которые его будут курить вчистую. Нам потребуется какая-нибудь плоскодонная 5-6-дырая чашка, и в данном случае у меня есть вот такая чашка от компании «Свобода» с города Иркутск. И на ней мы сегодня все замешаем. Короче, слушай меня. Что у нас сегодня есть? У нас есть Bumble Beast от компании Daft All In. У нас есть борзый эвкалипт. Это тот вкус, который я изначально думал, что ну его нахуй курить, потому что я не очень люблю мяту и не очень люблю супернову. Но оказалось, что это прям эвкалипт, и он очень приятный. Ну и, конечно же, арабский фрукт, который очень сложно куда-либо засунуть. А вчистую на пару раз в миксах очень сложно подобрать. Поэтому я тебе сегодня расскажу, как из него сделать просто бомбезную пушечку. Ух, на третий выпуск. Как говорится, бог севера любит троицу. Погнали. У нас есть чашка, у нас есть три вкуса. Давай их теперь раскомпонуем так, чтобы создать общий мультивкус во время курения твоей чашки. Смотри, арабский фрукт довольно-таки приторный. В нем смешано все, начиная от какого-то привкуса аниса, заканчивая просто персидской выпечкой. И местами он для многих людей может быть неприятный. Второе – это борзый эвкалипт. Это очень хороший вкус, который прям придаст свежести, и с помощью борзого эвкалипта мы с тобой сможем немного подчеркнуть резкость арабского фрукта. Ну и, конечно же, Bumble Beast. Я даже на самом деле не помню, что он из себя представляет, но знаю, что он очень интересный, яркий, виноградненький. Pearl Drunk. Грубо говоря, лимонад, газировочка содовая, которую любят афроамериканцы. Мы здесь не расисты. Конечно же, он у нас пойдет за основу, он у нас пойдет за приоритетную аромку, поэтому он будет в самом верху. В самом низу у нас будет арабский фрукт, посередине будет борзый эвкалипт, и давай мы с тобой все это наконец-то засунем в эту голубенькую чашку «Свобода». По пропорциям примерно равны 33, 33 и 33. Можешь сильно не заморачиваться, забиваем все слоями, не перемешивая ничего в чашке. Бам-бам-бам. Эти консервочки вроде удобные, но вот здесь на ребре застревает очень много табака. Так, мы выкладываем первый слой. Его сразу разравниваем, чтобы было сочненько. Далее мы берем наш борзый эвкалипт. У меня его осталось очень мало, поэтому ради тебя я этим жертвую. Конечно, после выпуска, когда камера вырубается, я, конечно же, сажусь и все это прокуриваю. И нереально кайфую, и понимаю, что если ты все это сделаешь, то ты тоже со мной вместе кайфанешь. Так, все мы выложили. И сверху бросаем Pearl Drunk. Ну, или Bumble Beast, кому как удобно. И вуаля, чашечка наша готова очень быстренько и, конечно же, практично. Что мы получим во время курения и что это нам даст в общем, в общей картине, грубо говоря, нашего микса? Смотри, здесь будет в основном играть виноградно-кока-кольный вкус, очень свежий и с тонкой ноткой такой не совсем першинки, но более шумным оттенком это у нас все сделает арабский фрукт. Вообще изначально, когда только этот вкус ко мне приехал, ему уже достаточно много времени, он меня впечатлил. Но со временем я понял, что гонять его вчистую, ну, такое себе дело. И вот я тебе создал прикольный микс.
обязательно пользуйся и не забывай делать колодец. Вот и все. Наша чашечка готова. Я тебя крепко обнимаю. Рад, что ты со мной уже на третьем выпуске. Обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Меня это очень сильно стимулирует. Так же, как и уролог стимулирует простату. Всем пока-пока.